Кировской области приступили к заготовке кормов для животных. Старт этим работам в 2016 году был дан раньше, чем в предыдущие годы. Все благодаря погоде. Уже сейчас скошено почти 7 тысяч гектаров многолетних трав. Заготовлено 30 тонн сена. Это примерно 1-2% от необходимого объема за сезон. Сегодня в региональном правительстве объяснили, почему в Кировской области заготавливают так много кормов, но при этом редко можно увидеть животных на выпасе. Оказалось, что более 60% поголовья коров переведены на однотипный круглогодичный корм. Благодаря этому, в том числе, у нас стали лучше показатели по развитию молочного животноводства, считает министр сельского хозяйства Алексей Котлячков. Скот очень высокопродуктивный, его надо хорошо кормить. И когда с одного рациона животное переходит на другой, у него сразу спад продуктивности, то есть молока. И крестьянин сразу деньги теряет. Это происходит не меньше месяца, что весной, что осенью. Осенью тоже, когда на стойловое содержание переводят, опять же, другой корм, стресс, и производство молока падает. Это потеря денег.